Выходные – важнейшая часть недели. Как провести их интересно и культурно – ответ подскажет программа «Афиша». Меня зовут Ольга Волкова, и в первую очередь я рекомендую вам отправиться в театр. Не просто история жизни, а настоящий детектив. В субботу, 16 апреля, театр драмы «Камерная сцена» покажет премьерный спектакль «Алабин. Паралич сердца». Пьеса о судьбе выдающегося общественного деятеля, бывшем городском главе Самары, ее почетном гражданине Петре Владимировиче Алабине. Начало 18:00. Приходите, будет интересно. Одна из самых культовых пьес Бертольда Брехта – «Кавказский меловой круг» в исполнении театра «Самарская площадь». Действие пьесы разворачивается в Грузии во время Великой Отечественной войны. Постановка одновременно и смешная, и трогательная. Под танцами и юмором сокрыта притча царя Соломона, повествующая о споре двух матерей. Кто прав? Ответы ищите в театре «Самарская площадь». 17 апреля, 18:00. Есть развлечения и для самых юных ценителей искусства. В эти выходные Самарский театр кукол Лукоморья приглашает на спектакль «Петрушка Рататуй». История по мотивам фольклорных пьес о Петрушке, русском национальном герое. Представление, выдержанное в традиции площадных балаганов, наполненное искрометным народным юмором и весельем. И что самое главное, спектакль «Петрушка Рататуй» раскрывает способность россиян не унывать ни при каких обстоятельствах. Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. Интересного на этих выходных будет много. В эту субботу музей «Детская картинная галерея» приглашает на мастер-класс по созданию авторской куклы из ваты. С 10 утра до 4 дня вас научат, как из простых материалов создавать любимых героев сказок. Место встречи – особняк Клотта. Для любителей активного отдыха в эти выходные пройдет пешеходная экскурсия, слушая Шостаковича или с композитором по улицам Куйбышева. Маршрут пролегает по знаменательным историческим местам города. Ведь весной этого года исполняется ровно 80 лет со дня первого исполнения симфонии номер 7, известной как «Ленинградская». Работу над шедевром Дмитрий Шостакович завершил именно в Куйбышеве. Экскурсии бесплатные, нужно только записаться заранее. Встречаемся в субботу. Начало в 12:14. Это все, о чем хотела рассказать вам сегодня. О других интересных событиях узнаете в следующую пятницу. Хороших вам выходных и отличного настроения!